мой канал постоянно пытаются ограничить некие какие-то могущественные силы. Я уже привык к тому, что многие антиватные, подчеркиваю, антиватные комментарии пропадают без моего ведома, без моего согласия. Трутся, видимо, московскими модераторами. Я уже привык, что счетчики показов и лайки иногда тоже возникают проблемы у моих пользователей, мои слушатели. Регулярно жалуются в комментариях о том, что лайки не ставятся, о том, что просмотры скручиваются. Но сегодня я понял, что проблема гораздо глубже. И методы воздействия на мой канал, методы, которыми ограничивают рост моего канала, они, конечно же, расширяются с каждым днем. То есть каждый день популярность увеличивается, и каждый день методы тоже усугубляются, скажем так. Теперь показы моих видео ограничивают на территории Казахстана. Это я могу утверждать благодаря вам, дорогие слушатели, благодаря нашему проекту Patreon, с помощью которого вы можете ежемесячно спонсировать продвижение моего канала. Я наконец-то получил средства с Патреона за февраль месяц. И написал письмо главному моему спонсору. Один мой спонсор является инвестором, то есть каждый месяц вносит $15. Кстати, недавно у меня появился и второй инвестор, так что с нетерпением ждем следующего месяца. Наш бюджет увеличится уже в 2 раза. Так вот, наш инвестор, который сейчас действующий, он выбрал самый лучший ролик про полигоны, про то, как наконец-то казахстанские СМИ нанесли ответный информационный удар в сторону России. Ролик действительно замечательный, и выбор он сделал совершенно правильно, я имею в виду наш инвестор через систему Patreon. Вчера я включил рекламу, вчера реклама пошла на ура, за вечер потратилось где-то приблизительно половина бюджета, около $10. Я получил дополнительные 8000 просмотров, появилось очень много комментариев, в этом вы можете убедиться лично. И вроде бы все хорошо. Но сегодня, зайдя на свой канал, я вижу, во-первых, что счетчик не обновился, то есть счетчик просмотров администраторы YouTube заморозили, но это не беда. Если цифра отображается в панели управления, то когда-нибудь эта цифра обновится и на канале. То есть вы завтра или послезавтра, может быть даже сегодня, увидите, что просмотров уже не 17 тысяч, а 25 тысяч. Но проблема в другом. Проблема в том, что сегодня реклама не идет на это видео. Хотя в панели управления рекламодателя, где я честно оплатил рекламу, этот ролик числится как рабочий, то есть реклама идти должна. Никаких санкций в отношении меня рекламодатель в Гугле не вводил. То есть единственным объяснением, почему реклама сегодня не идет на этот ролик на территории Казахстана, а я настроил в панели управления рекламодателя, что рекламу нужно показывать только на территории Казахстана, единственной причиной, по которой эта реклама идти не может, это ограничение показов моих роликов на территории Казахстана. Такого еще с моим каналом не делали, если честно. Кто ввел для эти ограничения для меня? Там, московские администраторы или американские администраторы? Для меня, конечно же, остается загадкой. Письмо в службу поддержки я написал. Ждем ответа. Рекламу ролика, наверное, я поставлю другую. То есть я выберу, наверное, второй ролик для рекламы, чтобы продвижение канала шло дальше, чтобы ваши бюджетные, ваши благотворительные средства, которыми вы меня поддерживаете через сайт Patreon, чтобы они не лежали мертвым грузом. Я добавлю еще один ролик. Подключайтесь к спонсированию моего канала. Вместе мы будем продвигать наши идеи среди казахстанского общества. Хоть нам и будут мешать, но мы как-нибудь пробьемся. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал, помогайте моему каналу обязательно финансово. Все ссылки есть в описании к этому видео. Помогайте моему каналу информационно. Есть новый сайт «Миротворец Казахстан». Ссылки тоже смотрите в описании к этому видео. И до новых скорых встреч!